Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы рассмотрим такой вопрос. Почему же орхидея никак не зацветет? Почему орхидея ленится? Как заставить орхидею зацвести? Почему же в домашних условиях орхидея упрямится и не хочет цвести и показывать себя во всей красе? Как наверняка заставить ее повторно зацвести? Когда орхидея отцвела и у нее высох цветонос, то следующего цветения можно ждать только через 3 месяца, потому что орхидея способна генерировать свой цвести 1-2-3 раза в год. Это, конечно, зависит от сорта и от состояния самой орхидеи. А продолжительность самого цветения обычно составляет порядка 3 месяцев. Опять же, это зависит от сорта орхидей и от правильного ухода. Если растение слишком жарко, оно может отцвести раньше. Если растение оптимальная температура, то оно будет цвести довольно-таки долго и радовать своим цветением. Что интересно, что вот, допустим, вот этот сорт орхидеи, вот посмотрите, у него даже какие цветы. Не как обычный фаленопсис, бабочка, но это тоже фаленопсис, но это немножко другие цветы. Они цветут довольно-таки очень долго, продолжительно, до полугода. Она уже цветет целый месяц, и она еще будет очень долго цвести. Такой нежно-лимонный цвет, внутри желтая серединка. Причин, почему орхидеи не цветут, может быть несколько. Одна из них – это то, что орхидеи не любят, когда их переворачивают с места на место. То есть, допустим, они одной стороной стояли к свету, а их поставили совсем другой стороной к свету. Ну и второй причиной, из-за которой орхидея не цветет, это может заключаться в недостатке освещения. Допустим, стоит она у вас на северной стороне и рядом с какими-то другими растениями и не в прозрачном горшке. Орхидея должна быть обязательно в прозрачном горшке. И она очень любит западные и восточные окна. Обычно орхидеи продаются вот в таких обычных, совсем-совсем обычных прозрачных горшках. Они продаются чуть побольше, чуть поменьше, горшочки разные. И потом уже мы пересаживаем их в другие горшки, которые продаются тоже полупрозрачные, с разными цветочками бывают, нежно-зеленые, нежно-розовые полупрозрачные горшки. Вот такие вот полупрозрачные горшки. Их очень сейчас огромные варианты, огромное множество, большой очень выбор. Третье – это, конечно, освещенность, свет. Необходимо зимой досвечивать орхидеи LED-лампами. Потому что орхидеи нужно яркий свет 10 часов обязательно. Но, допустим, летом на южном окне они стоять не смогут, потому что они получат ожог. Четвертая причина – это отсутствие сезонных и суточных перепадов температуры в помещении. Желательно, чтобы ночью было ниже, чем днем, температура на 5-6 градусов. А зимой, как и сезонная такая зимняя спячка, должна отдых быть у орхидеи. Это 5-10 градусов в течение 20 дней. То есть можно вынести ее на балкон, где более прохладно, чем в зале, чем дома у вас. Это будет как раз зимним таким периодом покоя. Для того, чтобы недавно пересаженная орхидея дала крупные и яркие цветы, следует позаботиться об искусственной стимуляции ее цветения. При этом важно убедиться, что растение полностью здорово, имеет крепкие корни и мощные и мясистые листья. Чаще всего цветение орхидеи стимулирует путем помещения ее в стрессовую ситуацию. Если растение начало лениться и уже давно не выпускало цветоноса, можно попробовать подтолкнуть его к цветению при помощи полива. Для этого погрузите горшок в нагретую до 40-45 градусов воду и оставьте его там на 30 минут. Полезным стимулятором для цветения орхидеи является и горячий душ.
Поставьте растение в ванну и пролейте его листья и корни сильно теплой струей воды. Температура должна быть терпимой для рук, иначе можно обжечь корни и листья. Если орхидея еще ни разу не цвела, несмотря на подходящий возраст, а также количество и качество побегов, можно попробовать отправить ее на недельку-другую на прохладный балкон. Температура в помещении, конечно, на балконе не должна опускаться ниже 0 градусов. И эта процедура сымитирует зимовку растения в естественных условиях. Ведь на балконе прохладно и светло, очень хорошо, хорошее освещение. И после этого, как вы занесете цветок обратно в дом, на нем вскоре появится цветонос.